Здравствуйте! Общественная организация «Гражданская безопасность» продолжает тесты травматического оружия на баллистическом желатине. Сегодня будут протестированы пистолет «Гроза 02» со стволом В4 калибра 9 мм ПА, созданный на базе украинского боевого пистолета «Форт 12». Пистолет МП-8013 калибра 45 Рубер, созданный на базе знаменитого пистолета Макарова. Пистолет Grand Power Т-12 калибра 10x28, созданный на базе словацкого пистолета Grand Power К-100. Пистолет Гроза 031 калибра 9 мм ПА, созданный на базе пистолета «Форт-14».